капитан АСК. Сегодня такое было отличное начало с вашей стороны, и вдруг игра развернулась. Вот что было в первых двух партиях, на ваш взгляд, и почему такой поворот произошел дальше? В первой партии мы агрессивно подавали, хорошо защищались, самоотверженно добивали мячи сложные, отыгрывались от рук. То есть была общая игра очень хорошая в первой партии. И в третьей партии, в концовочке, переломный момент, повезло чуть больше Белгороду. И, видимо, этот произошел надлом. И в четвертой партии очень сильно просели по многим элементам. Вот, Белгород прибавил, перестал ошибаться. И в третьей партии уже ребята перестали ошибаться ваши. Начали больше концентрироваться так, ну, на минимальном количестве ошибок, позволяет их делать нам. Вот. Ну, к сожалению, в пятой партии какой-то наступил у нас ступор, уже, видимо, опустились руки, не знаю почему. Будем надеяться на игру послезавтра и на домашние игры. Спасибо большое. Спасибо.